Всем привет, вы на канале Мисс Эллис, и сегодня мы будем распаковывать вот такого пингвинчика. Крутяк! У нас новый набор Enchanimals. Причем он не просто новый, он супер новый. Его еще и в магазинах-то толком нету, а у нас уже есть. Да, первый наборчик! Крутяк, давай посмотрим его поближе. Мы уже снимали наборы с Enchanimals. Да, мы уже снимали, поэтому вы, наверное, в курсе, что Алиса у нас собирает всю коллекцию. Вот у нее теперь есть новый экземпляр. Это у нас девочка-пингвин и ее кафешка, кафе-мороженое, да? Кстати, девочку-пингвинчика зовут, знаете как, Джулия. Джулия зовут девочку-пингвинчика. Ну, давай скорее мы будем это все дело распаковывать и показывать, да? Да. Давай. Ну что, друзья, давайте доставать. Будем смотреть, что же входит в этот супер набор. Да? Сначала давайте посмотрим аксессуары, которые я достала. Я вижу коробку. Что ты там достала? Красоту? Да, давай смотреть. Вот такие вот мороженки в наборе идут. С хвостиком. Ой, это мороженка-мышка, дочь. Что это? Представляешь? А это что такое зелененькое? Мороженая рыба. Здесь в наборе идут мороженки в виде рыбки, в виде, что там, морковки? Нет, это зайка. В виде зайки. Ой, падает у меня тут все. Мышки с хвостиком. То есть это то, что кушают наши Enchanimals. Они же Молодец, зверюшки. Как готовить? То есть вот пингвинчик наверняка кушает что? Рыбку. Пингвиненок. Пингвиненок кушает рыбку. Но я думаю, что девочка-пингвинчик тоже кушает рыбку. Да. Слушай, а ты скажи, кто этот с тобой рядышком там? Кто? Это моя куколка. Любимая. Она с меня по 4 размера. Представляете, зрители? Ничего себе. Это, кстати, тоже новиночка такая у Алисы. Кукла. Ростом, по-моему, 86 сантиметров. То есть она выше, чем наша Соня. Вот такая вот куколка. Классная, да? Да. Еще одна сестричка у Алисы появилась. Как ты ее назвала? Я ее Оливия назвала. Алина? Оливия. Оливия. Так. А я пока... О, тут лисичка. Смотрите, какие прикольные мороженки. Они, похоже, стоят прям в этом. Ребята, смотрите. На витрине. Смотрите. Держи. Вот. Смотрите, ребятки, что я обнаружила. Оно вертится. Прикольно. Ну, давай распакуем, посмотрим, что там вертится, крутится. Ну что, Алиска, мы все открыли. Да. Вот как девочка-пингвинчик, у нее такие забавные туфельки. Туфельки вообще шикарные. Они вот так вот снимаются вот-вот и вот так легко одеваются. Как и все тапочки у куколок. Это девочка-пингвинчик. Джулия, да? Да. Вот такая вот красивая, с бантиком. С юбочкой, на юбочке мороженки всякие разные. Вот, и туфельки, значит, как лапки пингвинчиков, да? Смотрите, там кто-то есть. А вот он и сам этот замечательный фургон со стульями. А вот еще маленький пингвинчик. Да, это маленький пингвинчик-питомец. У него снимается шарфик и одевается. Угу. А вот они, стульчики. Кстати, тут на стульчиках... Личики пингвинят. Да, тоже нарисованы пингвинчики. Вот они такие смешные. Держи фунгурчик. Два стульчика. Фургончик открывается. Фургончик открывается и закрывается. Давай его со всех сторон посмотрим. Здесь, значит, мордочка пингвинчика. Смотрите, он едет. Сиденье. Тут есть тут вафелька, да. И тут течет мороженка, сама расстраиваешь. Да. А тут мороженка наверху, и она вот так вот плавно крутится. Класс. Чудная мороженка. Давай посмотрим фургончик. А еще тут есть секреты. Смотрите, ребятки. О, это меню. Это меню этого, значит, кафе мороженого. Сюда можно установить вот сюда мороженки, а сюда вот эту витрину, которую я до этого показывала.
А вот тут вот, вот колеса, как будто тут ну, колеса в виде снежинок, а тут как будто сосульки. Да, кстати. И вот тут тоже снежинки на этом, на кузове. Классная штука. Все оно едет, все оно двигается. Так что можно играть. Интересно, что вот это за пипка такая? Я его чуть-чуть сняла с этой штучкой. Ты вообще-то сняла, разобрала уже? Угу. Мне кажется, для того, чтобы он просто не ехал, когда не надо, а стоял на месте, если вдруг она припарковалась и решила, что пора торговать мороженым. Да, у меня, кстати, ножки гнутся. О, ножки гнутся. Ну что, тебе нравится набор? Да. Классный? Очень. Будешь играть? Да. Супер. Ну что ж, ребята, пора прощаться. Всем пока и ставьте лайки. Пишите комментарии, кто любит мороженое. Кто любит мороженое и Кукол Энчинималс. Да. И нравятся ли вам новинки из этой серии. Да. Всем пока и ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока, воздушный поцелуй. Пока.